перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. What's up? Привет, сестренка в Москве. Только прилетел, точнее приехал. Наверное, не буду летать из Пензы в Москву, потому что самолеты нашей авиакомпании разбиваются. Чё, как вам вампир? Ждете альбомчик? Мы с Эвеном еще готовим для вас очень пиздатое дерьмо. Я еще не спал. Хотел. Мози, салют. Напиши мне, я тебе сейчас отвечу, я что-то да проебался. Да, песня правда грустная, но... Нет, я написал ее вот так вот. То есть я не сидел, не дрочился, там не писал текст. Типа, это как-то все само родилось в моей голове. Кепки я все отправил, так что будьте спокойны. Куда же рядом без меня? Насчет Берлина я нет, не знаю, какое там возрастное ограничение. Жопу показать? Сейчас покажу.
Татухи. Нет татуировок. Хуй знает сколько, я не считал, может, ну больше 20 точно татух. Гарди, салют. Я помню тебя. Ремикс на Дикого 21-го будет на другом альбоме. Будет называться Horror Stories. Скажу, что подарил. Не спал сегодня. Вчера тоже не спал. Знаком ли я с Яном Блоком? Мне кажется, тебе лет 10, если ты задаешь этот вопрос. Почему только недавно стал делать сольные треки? Я долго к этому шел. У меня как бы не было времени работать над собой. И я работал, создавал музыку для рэперов, для Глеба. Да, на синтезе будет полное мясо. Кто такой Саша Дмитриев? Я тоже знаю, кто такой Саша Дмитриев. Пару минут назад он лежал прямо на этой подушке. Бля, вас так дохуя. Салют. Мне нравится имя Полина, это клево. Чё шлем, я в МСК.
Кстати, пока вы здесь, возможно, в конце этого месяца или в начале следующего будет интервью для афиши. Ну а что ты молчал, шлем, пока я был дома? Альбом в начале следующего месяца, возможно. К новому туру, конечно, всегда готов. Босс. Блять, вы задаете вопросы, я не хочу говорить про этих людей, про кого вы спрашиваете. Прошу, не надо рэперов. Мне заебись. Клипы будут. Время просто не хватает. Что за тема с Night Level? Что у меня с ним бит? Возможно, я отдам его бэби-тейпу. Мое детство. Ходил в хор, занимался спортом. В принципе, все. Да, только я буду давать интервью на афиш. Соло долоу. Класса до 10 вообще заебись учился. Я хотел стать хирургом. Потом положил такой хуй на учебу.
Музыке я посвятил уже года 3 точно своей жизни. А так начал заниматься где-то года 4 назад. Нет, я не рэпер. Suck my dick. Доброе утро. Заебете. Ты бейтесь от меня своим кизару, блядь. Это еще было, когда вы, блядь, у мамы на сиську сосали. Не видела, что сделал Ташка. Since Rick Owens usually where I'm dressed in. Это вот, блядь, что это вообще такое? Да и хуй с ним вообще, похуй. Где я работал? Когда был мелкий, работал на стройках. Вообще постоянно работал на стройках. Потом что-то заебало, потому что это рабская хуйня. Музон писать в два раза приятнее. И нихуя не делать.
Вампир я написал где-то за бит. Я написал за час. Текст тоже накидал где-то так. Курю я лет с 12, наверное. Уже 8 лет. Я, там же написано, я буду везде с Глебом. Надеюсь, мое здоровье позволит мне. Ну, наверное, трек «Вампир» носит автобиографический характер, я бы так сказал. Пробовал все, наверное, что можно пробовать, что нельзя. Снежок, бля, охуительно. На самом деле нет, хуйня. Заебал это дерьмо. Фиты на релизе будут. Учился. Твити. Ugly Bird. Нет, у меня нет музыкального образования. Можете еще позадавать вопросы, потому что я не так часто даю трансляции, как вы заметили. Да, Катя в Москве. Ты че как? Я не знаю, я должен поехать в Денвер к Брэндону. Ну, не знаю пока когда. Возможно, я буду ловить вампира. Возможно. Я подумаю над этим. Если вы этого захотите, то почему нет? Кепки отправлены.
вас 420 человек. Вы сюда приходите и, блядь, спрашиваете, кто, как вы находите трансляцию тогда. Я актер. Меня зовут Владимир Епифанцев. Сейчас к Епифану поеду. Вот на вопрос, как я попал в ДД, я как раз расскажу в интервью для афиши. В Одессе будет охуенно, я уверен. Да, я буду на саппорте в эпилоге. Так что буду рад всех видеть. Будут фиты, я же говорил. Ей Израиль на связи. Шлем-то долбоёб. В смысле, блядь, где Морти? Как я трачу деньги? Это особый вид искусства. Всем здравствуйте. Нет, это не мои волосы, это парик, извините. Я ебобр. Да, мне есть пес. Какой любимый фильм? Да и дохуя. Интервью с вампиром, портрет Дориана Грея, вообще пиздатый. Fuck a metrosexual. Suck my dick, I'm disrespectful. Для долбоебов ответил. Если, конечно, знаете, о чем я.
Какого хуя я белый панк, если я в черном всю жизнь? Чё, мне ебало черное, что ли? Ты чё, долбоёб? Подрочить или показать хуй, вообще отлично. Блять, вообще. Люди, вы кто вообще? Что я слушаю из рока? Сына, ты знаешь, что такое рок? Бля, меня так радуют долбоебы, которые пишут всякую хуйню. Насколько вам нехуй делать, чтобы писать такое дерьмо? Насколько тебе похуй на свою жизнь? Ох. Егор Восточный. Связи. Да, я курю. Люблю курить. Больше обзывательств, прошу вас. Ебой. Для тех, кто знает, это уже транса с Егором. Когда чувак назвал меня ленивой скотиной. Да. Держу пари за всю жизнь. Нет. За этот день я сделал больше, чем ты, лох.
Ну, на карате я и получал пизды, и раздавал, в принципе, те, кто занимались спортом, как бы знают, что это такое. Я думаю, что каждый человек обязан получить пизды в своей жизни, чтобы понять, что это такое. Бля, а можно, типа, в трансляции, ну, прям сразу заходить, типа, на страницу людей, которые, типа, оставляют комментарий, вот, мне, если будет лишнее время, я, блядь, сделаю эту хуйню. Я, типа, буду, ну, как бы, скринить коммент, заходить на страницу. Блять, я вот недавно где-то я выцепил. Короче, в каком-то паблике, типа, выложили вампир. Ебать. Пфф. Ну, типа, как бы я мало читал плохих комментов, ну, просто попалось. Блять, пиздец, там мужики 50-летние. Такую хуйню несут, это очень смешно. Возможно, покажу, если опять наткнусь. Во-во, какой-то негр зашел. Усап, негр. Кепки отправлены. Не ебите мозги мне. Это почта России, типа. Не могу, конечно, рандомно кого-нибудь там позвать в эфир. Хуй знает. Кто хочет побазарить? Ну и рожа, блядь. А то я не знал, что я ублюдок. На аватарке какая-то женщина старая. Женщина. Если вам лет 40 там. Может, 45. Хуй знает, сколько вам. Мне похуй. Я знаю, что я ублюдок. Дай бог вам здоровья, тетя Тамара. И не забудь купить носки мужу. По-моему, я давно не говорил эту фразу. 39, красава! Бля, я так давно не заходил в трансляцию, это так весело у нас. Бля, ща попробую тетю Тамару в эфир пригласить. Бля. В Бога? Бог! Не знаю, не думал об этом. Больше хейт, плиз.
Пожалуйста, обосри меня. Максим 2294. Сука, я после трансляции зайду к тебе нахуй, урод. И буду смеяться с твоих фотографий, потому что ты по-любому еблан. Так всегда бывает. Короче, кидайте запрос, сейчас с кем побазарю. Да, я отмороженный придурок, чувак, ты угадал. Можешь теперь иди нахуй отсюда. White punk, bless you. Get out of here. Долбоеб еще не понял, что моя мана купится. Это же заебись, что дохуя людей, которые несут хуйню в мой адрес. Типа, haters gonna hate. Че, вы будете запросы отправлять? Итак, запрос. Вот чисто, блядь, рандомно нажал. Привет. Брок, Саша, ты можешь спросить, что... Привет. Что-нибудь. А кому ты посвятил трек «Вампир»? Хуя у тебя слышу. О ком или кому? Блять, 600 человек, охуеть. Чё, ещё кто-нибудь? Чепух. Рандомно нажал. Здорово. What's up? What's good? Алло. Я говорю, what's good? Чё как? Я не шарю в английском. Окей, как дела?
Чудесно, великолепно. Мне все нравится. Достаточно интересный ответ, на самом деле. А у тебя как дела? Заебись, отдыхаю, хочу спать. Сколько спал ты ночью? Нисколько я не спал. Не люблю спать. Ты делал треки? Нет, этой ночью все было по-другому. Я ехал на поезде. Нам невозможно было уснуть. В общем, короче, как ты попал сюда? Транс. Это вышло крайне случайно. Неожиданно для меня. Неожиданно для тебя? Что-что? Я говорю, неожиданно для тебя это как? Неожиданно для меня? Да. Ну типа... я слегка в шоке сейчас. А, ну такое бывает. В общем, ты можешь спросить у меня что-нибудь, что тебе хотелось бы узнать. Ну, допустим, концерт в Красноярске, когда ты с Вариком еще ездил, вот, в сентябре. Ты помнишь его? Я думаю, нет. Ну, просто что-то там не особо хорошие эмоции остались после самого концерта, я так понял. У кого? У тебя? Ну, не совсем, нет, мне это все понравилось, у вас. Говорят то, что я-то был на самом концерте, я первый раз вообще был на концерте, ни разу не был. Типа говорят то, что все было там плохо и не очень. Хуй его знает. Это там, где поебал чувак, получил ногой или... Я не помню. Ты еще снимал видос на день рождения своей сестры. О, нихуя, это запомнил. Да, я помню. Бля, не помню, мне надо пересмотреть видос, чтобы понять вообще, что было. Не знаю, мне в туре, в принципе, понравились все города. Естественно, не понравились города, где была хуёвая организаторская коалиция. Архангельск отменили же, да. Ну, типа, да, вот из-за таких всяких убоёбов бывают ебучие концерты, типа. Потому что они делают хуйню. И, естественно, от нас не так много зависит в этом плане. Типа там продают там фотографии с нами и прочее говно. Ну, типа, рашка, в общем. Какая хуйня. Так в апреле же стартует этот Европа. Да, в апреле. Ну, там все есть, короче. Ладно, в общем, хорошего тебе дня. С кем-то еще побазарю. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, типа такой хуйни. Бля. Я могу, в принципе, еще кому-нибудь набрать, но если попадется девочка... Будет жестко. Чё, кого позвать нахуй? Хочет. У кого есть реально прикольный вопрос? Окей. Я вроде увидел.
Скажу, что первый пейнкиллер был лучше. В общем, я позвал девочку, погибла какую-то, но не вышло. Чё, кто еще хочет? Эй! Доброе! Салют! Чё как? Всё кул? Да. Дань, ты где? Я? Он же трусов лежит. Встреть коробку какую-то, блядь, там. Какую, блядь, коробку? Это у тебя ебальник. Ладно, сейчас встречу. Офигеть. Когда я прошу, я был тот момент, когда ты приехал? Я приехал часов в 7, наверное. Ну, я в 6:30 еще не спала. Он где приехал? Он говорит, 6. Где, блядь? Не ори, блядь, на отца. Чего орёшь? Это ты мне? Это я, Гриш. Красавчик. Ты что, охуели, блядь? Чё, драться будем, Гриш? У меня братан из-за тебя на синтез из Беларуси едет. Ебать, из Беларуси на синтез? На один день, чтобы послушать. Гришань. У тебя фотка. Гришань. С тобой больше фоткаться не будет, призвал. Блять, ты предупреждаю за этих вечерей. Че? Твоя девушка меня уже читала, с тобой фоткаться больше не будет. Мне уже написали, не фоткайся, пожалуйста, с моим парнем. Я такая, типа, с кем? Короче, сия. Еще, может, зайду.